куряник уборочной готовы. В этом убедился первый замминистра сельского хозяйства страны Джамбулат Хатуов. В поселке Ленец Железногорского района прошел семинар по подготовке к Страде-2018. Одно из ключевых событий мероприятия – открытие нового элеватора. Это уже второй аналогичный объект, построенный компанией «Агропромкомплектация» в нашем регионе. Первый в Канышовском районе. Новый элеватор готов принять на хранение 150 тысяч тонн зерна в год. А осенью откроется комбикормовый завод мощностью 216 тысяч тонн. Сегодня в регионе реализован очень знаковый проект. Это результат работы губернатора и его команды. Это результат инвестиционной привлекательности региона. И, конечно же, это результат очень правильной работы аграрных инвесторов. Наступила пора, как говорят, финишной кампании, то есть убрать урожай. Да? Это очень важная, серьезная кампания. И, как вам известно, курским журналистам, тем более, что мы всегда к этому подходим весьма и весьма ответственно, собираем всегда, как говорят, в единое целое усилие наших инвесторов, наших сельхозтоваропроизводителей, от крупных компаний до фермеров. В 2017-м Курская область собрала свыше 5 миллионов тонн зерна и оказалась на втором месте в ЦФО и шестом по стране. В этом году, по прогнозам специалистов, урожай будет скромнее – около 4 миллионов тонн. Поэтому особенно важно убрать все своевременно и без потерь. Готовность техники – 99%. Сельскохозяйственный автопарк пополнился 120 новыми единицами. Уборочные примут участие 3000 комбайнов. Они будут молотить по 40-45 гектаров в сутки, чтобы завершить обмолот за 20 рабочих дней. Подробный репортаж смотрите в среду в событиях дня.